Да, всем по сокровищу, только смотреть, что не, чтобы они не были это типа сразу, да. Угу. Подожди, не, это Adventure Treasure. Это Adventure? А что за они? Это говорю, для отдельного модуля, это типа артефактов каких-то. А это, а вот это вот раздать надо, да? Только не те, которые появились. Да, я помню. Play this potion immediately. Play this blessing immediately. Так, holy water. Подожди, ты себе берешь? Нет, себе всегда последним сдаешь. Lucky Charm. Play this item immediately. Так, святая вода, ты религиозный драгонбон. Это вода! Последнее, что осталось у меня от Кельмвора. Он хранит меня. Конечно, обиделся за то, что я переродился. Драконьего дыхания. Вау. Не так, плохо. Рассказываю еще про специфику тут правил. Значит, когда какой-нибудь герой отменяет энкаунтер, то есть это, по-моему, за экспу делается, да, то активный герой получает один дэмаг. Ну, видимо, скорее всего, он и получает, как обычно. Так, и когда мы открываем... Когда открывается тайс с белым треугольничком, мы можем... То есть, ну, тот, кто открывает, может скинуть одно сокровище и получить какую-нибудь... Пауэр из этих. То есть они тасуются, и он получает какую-то дополнительную обилку. Это эффект магических экспериментов этого чудика. То есть можно скинуть. То есть, если белая стрелочка. Если белая стрелочка, тот, кто это. Ну, тот, кто открывает, может скинуть стрелочку и скинуть. То есть, вот, ну, перетасуешь то, что ты не используешь. Ага. И что попало, то попало. Любой вещь вообще. Так, ну, просто перетасовать и берешь сверху. Consecrate Ground, Bless, Utility, Daily, Utility, Daily. И посередине положим вот это, и сейчас потушу. Ну, просто что тут будет лежать две Daily. Я знаю, на что я потрачу благословение Кинвора. Я вылью его ради... Можем начинать? Да? Да, в принципе, кидаю, наверное, опять кто начинает. Теперь скажите, зачем мне здесь? Три. Остановить шторма, я ж прилетел. Шторма. Начинаем не мы. Да. Да, странные эффекты наблюдаются вот по всей этой местности. Пять! Ты начинаешь, да. Ты хочешь 16! Так, ну... Это таймы. Это гробики, это просто... Они там тоже для специфического этого, но они меня так веселят, что когда там тайл попадается с гробиком, я туда его кладу. Его можно открыть вместо атаки. И там может быть сокровище, но может быть и ловушка, а может ничего не быть. А может вообще выйти должен хозяин замка. Скелет или вампир. Там может выйти вампир. Ты вложила, да? Я никого не вытасовала. Хотя я могу... Ну, вообще, я сразу думаю, пойду налево. Не надо. Ты хочешь вывести на нас босса? Хотя почему нет? Чёрная. А тут в костях они растут, да? Или что это? Да. Да. Чёрная тьма. Shadow Mastiff нам повезло. А это твой там. Энкаунтер. В общем, наша задача найти тайную комнату и всех победить кобальда и его. Сайрус Белвью. И ни у кого draw не умереть. Draw a tile from the bottom of the dungeon tile stack and place it adjacent to any unexplored edge. Place two new monsters on the tile, then place the active hero on the tile. Fuck. Там уж. Each other hero can place himself. Свезло так свезло. А потом каждый герой может поместить, стать со мной на этот тайл. Ну, мы посмотрим. Да, и достанет туда снизу тайл. Снизу? Bottom это низ. Ну да. Прикольно. Сейчас там какая-то... Если... А, ну хорошо, не оказалось это. То есть там где-то внизу вот это вот главное. Если бы она сразу выпала, было бы очень смешно. Будем равномерно. Это была бы самая быстрая игра. Так, еще the hero can place himself. Так, два монстра. Ой-ой. Еще... А нет, там нет. Draw Wizard. Это вот этот вот. Хорошо. И Draw Priestess. Это наш? Нет, это все его. Это нет. Какой он толстый. Ничего себе.
Так, все это начинается. Круто потасовали. Жрица дроу! Ставим так. И... Колотить! И ты оказываешься там, да? И вы тоже можете оказаться там. Спасибо, я стрелок, я лучше окажусь подальше от этой всей прелести. Каждый может оказаться там, если он хочет это. Кто-нибудь хочет туда? Да. Ну, дракон разве что может пожелать, я не знаю, если он чисто милишник. Да они меня раскатают вообще в три счета. Ну ставьте меня туда, нет, в чем как проблема. Хочешь. Куда? Ну вот между ними. Гаси, да. Так, а теперь ход монстров. Какой ужас. Да? Так, Shadow Mastiff. Within one tile of a hero. Да. А он не может. А, подожди, а вот это, наверное, не считается как Within, потому что... Нет. Вот это считается одним тайлом. Точно? Нет, это стартовый тайл, это специфический тайл, который считается двумя тайлами. Я вот эту фразу не... Она мне попалась сегодня, когда я перечитывала правила. Ну, это логично. Так что да. Они разделены. Да, наискосок не считается. Наискосок не считается. То есть, нет, он не Within. И здесь там стена, но тоже не считается. Да. Да, логично. Тогда Shadow Mastiff телепортируется к тайлу с героем, у которого меньше всего хитпоинтов. И которому из нас? У кого сколько? У меня 8. 8. 10! Ну, по логике к нам. У нас меньше на количество. У нас меньше хитов на тайл, что наверное, называется. Сюда. Ага. Так. Отлично. Дроу Визард. Дроу Визард телепортируется тайл с большинством героев. Ну, у вас потусовывает. И потом атакует этот тайл Blast of Fire. Нет, он телепортируется. Ну, у вас это большинство, так что. Ну, походу, к вам телепортируется. Ну, нелогично, он же телепортируется. Если он находится в тайле с большинством героев, то почему нет? Но тут же два тайла, поэтому к вам. Он может телепортироваться, значит, он телепортируется. Ну, тут не уверена. Мне кажется, что он как раз-таки не будет тратить сил, а будет стоять с большинством героев. Да ладно, он телепортируется. И атакует тайл бласт, с помощью Blast of Fire. То есть он кидает одну атаку, наверное, если атакует тайл. Да, да, если атакует тайл, то одну. Подожди. 6. 4. Нормально. Славно. Ни по кому не попал. Друг Кристос. А Мастиво не стреляет это? Ну, он по, ни по кому не попал, я думаю, окей. С таким броском. Ну, 4, у Мастифа 14 в любом случае. Там 12 у него получилось. Ни у кого нет тот C12? Нет. К счастью. Это по какому-нибудь дроу арчеру он бы попал. Так, дроу пристас. У меня 14 C, у меня мало. У меня 15 тоже не намного больше. Если жрица в пределах одного тайла от героя, она атакует ближайшего героя с помощью ядовитого проклятия. А после этого карта переходит игроку справа от вас. Справа. То есть его надо... А, справа. То есть она наоборот ходит... А мы идем по левому. А, она ходит чуть быстрее, чем... Да, чем обычный чем мост. Обычно, да. Прикольно. Ну, так, ладно. Значит, кого она атакует? Она атакует... Ближайшего, очевидно. Closest hero. Она атакует Арджана, великого драгонборна Богомута. И попадает. Я мне посрать. Единичка урона, и ты отравлен. А тут нету отравлен. Нету. Ну, доставай. Ну, дайте мне какую-нибудь... Ну, запомним. В смысле... Дайте пимпочку какую-нибудь. Что там, дайте какую-нибудь пимпочку. На. Тебе не досталось недолго, ты отравлен. Time Talker. А там, получается, если второй раз она отравляет, тогда она тогда наносит... Тогда хит. Топ до места. А просто поизон не считается. Да, просто poison, ты просто отравлен. Да. А вот потом, если она с тобой торчит... Если она потом еще раз такой-то выпадает, она наносит один и еще один. Да. Да, да. А, единичку она нанесла. Да. Все. Следующий я удачно вытянул, но сразу много... Я читаю правила, смотри, если ты про отравлен. Потусить можно. Ходи. Poison. Хитов уже много, да? Да. У всех.
Когда... 4-2-2. Кстати, мы это забыли, когда играли в Дриста. Когда герой отравлен, он получает 1 урона в начале своего хиро-фазе. Ага. Давай. То есть я мог бы умереть? Да. Или кого-то не атаковать? Ну мы тогда просто потратили бы Healing Surge на твой яд. Нет, это можно было сбросить его просто. Все каунтеры сложить в одну коробку. Да, но мы и не играли. А зачем тут в правила-то у нас все равно все вместе лежат? Мы тогда и не играли, что в конце своей хиро-фазы ты кидаешь кубик, если у тебя 10 или больше, ты его сбрасываешь. Да? То есть мы и плюсы, и минусы забыли в тот раз. Так. Ну что тебе, надо атаковать жрицу. Да, лупи жрицу. Драгонборн. Может, он кого-то вообще в обоих... А, нет. Он один. Не, просто... Ну, вот да. То, что один. Как хорошо мастиф около тебя стал. Здесь проблема в том, что я, к сожалению, его не убью. Вот. Смотрю. Он, кстати, хорошо стал, потому что у меня одна очень клевая атака есть. А. Я потом свалю от него подальше. Снесу ему хит и уйду. На самом деле, вы понимаете, что оно в большой жопе? Разумеется. У этих монстров... Тут я, допустим, я не убью ее. Я в лучшем случае нанесу. Я могу на самом деле всех собрать вокруг себя. Вот потому я не хотела, чтобы этот уходил. А я потом могу Flame Strike! Ну так я говорю, я реально могу их собрать всех вокруг себя. И? Сделать Dragon Breath, которая не считается атакой экшена. И потом еще. А ты можешь их собрать вокруг себя чем-то? Да. Тогда да. Дейли пауэром. Ну тогда может это и логично. Нужно ли это? Потому что босс у нас один. Там собирание вокруг себя не нужно. Шус этайл зин ван тайл оф ю. А тут у нас как раз такая лапочка. Ну это вот этот. Да. Place each monster on the tile adjustment to your hero. And then attack each adjustment monster. Да, все сходится. Этот атак рядом с тобой, а эти пришли. Телепортнуло их туда. Это был мой Daily Power Fighter. Хорошо начинается игра. Сильно. Говно. А с кого ты начал? Ну не 10 же, да, там ни у кого? Нет, там минимум 14. А с кого ты начал? Наверное, с мастифа ей. Жрица. Как скажешь. Жрица тогда. Да, хорошо. Нет, подожди. Мастиф. А сколько ты китов сносишь? А с кого ты начинал? Со жрицы. Тогда ты по визарду, наверное. Ну ладно. У него С больше, кстати. Ну, как скажешь. Лучше визарда, у него 16. Единичку. А, ну тогда да. Тогда визарда, ему 16. Поставьте визарду. Да, сейчас она... Вот он. А, да. Ну, положено, короче. Да! Мастиф и этот чувак получают по 1. Еще один. И я использую эту штуку, которая не является атакой экшена. Ага. Я атакую всех монстров на своем тайле. Давай. Говняно атакую, но... Ну, атакуешь. 20. Ой, нормально, по всем. Так ты, наверное, один. Да, считаешь? Да. Один. Нет, each монстр. А, тогда да. На кого? Ну, тогда опять на дроу пусть. Ну, у него АЦ больше, логично же. В том же порядке пусть будет. Да, дроу, потом это, потом единичка, тогда он умирает. Ага. Трежер. Правильно? Умер монстр. Ну, да. Да. То есть тогда за остальных ты не получаешь. Раз мы решили... Раз ты читал, что мы это... Опа. Ну, я закончил на себе пользу. Тоже хорошо. Отбой. Мастифу 12 мало, наверное. Мало. Да. Мастифу 14. А это было жрица. А это мастифа. Отличный план. Ну, логично, да? Ну, абсолютно. Убил. Ну, ладно. Жрица целенькая в 4 хитах падла, но второго убил, да. Второго? Я 2 убил! 2 убил. Так. Герой. Монстр просто тяжеловатый. Да? Ну, монстр, да. Как у Левотера. Ну, а я просто стреляю в нее. Снэпшот. Правильно. А ты не ходил? А, ну да, я пошел исследовать. Да. Что-то мало, мало монстров. Инкаунтеров мало, да? Да. Больше инкаунтеров. Дроу Хаус Гард, опять мое. О боже. Страж дома. Что за... Как вы танцевали?
Явно очень специфично тасовали. Подтасовали свою, да, подсовал свою колоду, положил сверху. Ну, он подходит ко мне. А вот интересно, как? Походу вот так вот. Да? Ну, как удобно. И атакует меня рубящим ударом. Ух. Атакует? Подожди, ну до него же... Сначала энкаунтер. А он может идти умереть, да. Да. Подкрепление. Еще два монстра. Shoot the hero controlling the fewest monsters. Ну вот мы двое, у нас нет монстров. Так у меня его тоже пока нет. Нет, вытягивается он до энкаунтера. Кто-то из нас вытягивает монстра? The hero plays a new monster on any tile with an explore age. То есть... Давай я, чтобы он дольше не ходил. Да. Та-дам! Red Swarm. Всего лишь Red Swarм. Red Swarm. Куда было нам крысы положить? Red Swarm, что Red они Swarm, делают? Red, они Red просто Swarm. Один дымок на нас. Их нужно вот сюда поместить. With an explorer? Да, да, согласна, вот сюда. Согласна, что мы пойдем в ту сторону, видимо. Разделяться что нам не надо в этом в данном случае. Вижу, куда делся Red Swarm. Очень классно, если жрица далеко. Она будет каждый раз проклинать кого-нибудь. Оу. Ну пусть она будет. Ну, она пока будет близко. А, кстати, я тебе тоже был ее передать. Оу, ага, хорошо. А, это да, он, наверное, тянул. И либо ты. Либо я. Сказал ты. Ну хорошо. Чтобы он дольше не ходил просто. Этот раз. Забыли передать и забыли передать. Он передашь. Нет, так все, все. Мы поменялись монстрами, все нормально. Choose the hero controlling the first monster. That hero plays a new monster on any tile with an explored age. Ну все. Все. Да. Все. Окей, я тут немного подойду. Discard. Угу. И теперь ходит твой дроу. Нет. Да, был энкаунтер. Да. Теперь ходит, да. Он подходит ко мне, и так меня... Ну, атакует, давайте, да. With the slash. Slash. Ух. Что там говорили про левый лапа? Один. Он на единичку всегда бьет, монстров нет критов. Или есть криты? Не помнишь? Не нашла я это. Ну, да, вряд ли. Поэтому... Там что-то мы было про герои. Это. Так мы, да нет, даже мы первого уровня, у нас крита нет. А, вот. Да. Все тогда. Я помню, что что-то про это было, но не помню, что. Все, да, это то, что на втором уровне. Все. Да, так на втором уровне. Все, тогда. Тогда да, тогда больше никак не... Никак. Окей, я подхожу и стреляю в нее своим снайпшотом. А ближе не хочешь? Чтоб потом ближе было идти. А мне плюс 2 бонус катакролл. Короче, далеко? Плюс 2. Когда за один тайл от врага. Все, вопросов нет. Ну что это такое? Почему не помогло? Не помогло. А зато я убил двух. Так, и у нас не было фазы эксплорейшена, поэтому мы вытягиваем каунтер. Да. Он тянется. Да. Держи. Теоретически можно было бы сделать эксплорейшн в эту сторону, но я не знаю. Place active hero and each monster on his or her tile. On the tile farthest from the active hero. Ты... Тебя тут нету. В смысле, монстров тут нету. А да самый дальний тайл вот сюда. Все супер! Замечательный телефон. Ну да, эксплорейшена пока нету, потому что эта уже фаза прошла. Но следующий, да, дальше тебе... Эксплор. Ты там, где надо. Нет, эксплор уже не включается, да. Не, в следующий раз. В следующий раз, да. Поэтому сейчас, соответственно, мой ход. У тебя же монстров нету, да? Так... А я сейчас посмотрю. Пострелять и потом походить, что ли? Или походить потом? Хотя... Особенно под виски. Не, на самом деле это, наверное, хороший вариант. Какая у меня скорость? 6. Надо убить жрицу. Что делаете? Понимаешь, я могу... Вы не понимаете, что я двух убил? Все! Я скоро сдохну! Я понимаю, что вам посрать. Да, я вот это сделал. Правда, это тоже дневная обилка, но тем не менее. Дневная. Да. Я, проходя мимо... Ты неправильно говоришь, это не обилка. Это да, конечно, дневная не очень. Сила. Я могу попытаться тебе восстановить один хитпоинт. Не торопись, я скоро умру. Лучше Хилен Сёрджи будем жрать. Так,
Я так понимаю, что эта жрица самый толстый из твоих монстров. А так, то монстр represent one tile of you. У него троечка. Это не у него четверка. Да, я, наверное, вот эту использую, потому что там мне как-то невыгодно. Я рядом с ними. Там еще может быть какой-нибудь орк варлорд. Толстый. Тут Дристом бы я ее бы ух, ах, 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 ах. А тут. Резинмонтан. Я подхожу сюда и стреляю в них обоих. Нифига себе. Ну, у меня двойная атака. Ту монстр Визин Ван Тайл. Это Визин Ван Тайл, тот тоже в соседнем оказался, когда я подошла. Двадцатка. Кого, у кого сколько хитов? Нажито непосильным трудом. Там есть 106 опыта. Yes. Так. Ни благодарности, ни лечения. Идеально. Ничего. Так. Кого? Кто там? Кельмвор отвернулся. У кого сколько хитов, скажите мне? У меня полностью. Нет, про монстров. А, Пристас у меня. Вижу, что 4 хита. У этого один. У этого один тоже. Ну, давайте я его туда точно убила. Ну, и все-то на единичку наношу. Сейчас посмотрим, что с этой. О, сокровище. Это сброс, да? Да. Это было оба твои, поэтому можем положить. Necklace of Fireball. Там сдачи, к сожалению, опыт не дает. Вместо атаки. Так 5 потратилось. А подожди, на 20-ку нужно потратить 5? Да. Ага, прикольно. А я думал просто так. И стреляю. А просто потратить 5, чтобы получить уровень? Нет, именно надо совпадение факторов. 12 плюс 4, 16. Я в нее попала, я ей снесла всего лишь один хит, но снесла. Так. Меня убьет. Потом, значит, эксплорейшена не было, значит, энкаунтер. Та-дам! Трик. 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 Меня тоже унесло туда. Я не принес, и я потеряла один хит. Так. Ну, перечитай, да. Play the active hero on a tile within one tile of you that has the most. А нет, кстати, не унесло никуда, наверное. If no tile within one tile of you has... Нет, ты остаешься тут? Да, я остаюсь. Потому что этот тайл большой... Да, с большинством, с большим количеством, да. Что ничего не произошло. Отлично. Так, ну... Даже не сдвинулась? Никуда меня не того. Просто и, хит. Значит, теперь ходит вот эта зараза, да? Да. Она атакует. Там ничего-нибудь есть? Closest. Если в твоем тайле есть 3 игрока, она сжирает их всех. Она атакует опять. Closest. Ты ближайший. 10 плюс 6, 16. Yes, ура. А сколько у тебя? 17. Отлично. А еще всем даю единичку. Вы же помните это? А, отлично. Почему единичку? У вас у всех плюс один КЦ, когда вы стоите со мной в одном тайле. Да. Это я хорошо. Вас защищаю. Это хорошо. Я рычу и защищаю. Отличный план. Значит, я подхожу и использую Healing Strike. Убери это от меня. На жрицу. Ты ее лечишь? Нет, я бью ее, но лечу тебя. Это сложно. Когда я был жрецом Кельбора, я этого не делал. Я попадаю. Сколько ты наносишь? 24. Я наношу ей единичку урона. А мне лечишь 10 хитов? Тебе лечу единичку урона. Хватит тебя! 1d8 плюс 1 где? Ты же жрец! Сейчас мы медленно, наверное, доколупаем. Так, ну и энкаунтер, да? Да, потому что, да. Ты можешь двигаться и открывать. Я уже двинулся. А он же двинулся. Я подошел до кого? Да. Fire Trap! Play the fire trap marker on the active hero style. Is that right? Trigger the trap during your villain phase. Ах ты! Each hero takes 2 damage. Блин! Так, ну да. Можно дизейблить, ну там все написано. Вместо атаки. А сейчас идет моя villain phase, да? Да. И без атаки, да, просто? Да. Так, подожди. Instead of attacking... А, ну это если вместо атаки. И она висит, пока ее не дизейбит. Да. Стоп. Все или все герои? Each hero on the style takes 2 damage. Что ты за говно?
случайно. Два дымага. Надо отсюда сваливать. Подожди, а почему два раза по два, я не поняла? Почему два раза два? А, ну в смысле два. Я просто решила, что в смысле два, а потом еще раз два. Да. И ходит Red Swan. Перебор. Ну, короче, один тайл. Это значит вот сюда. Стадо крыс. Ходи. Выйди оттуда просто и все. Да, мы сейчас нанесешь просто... один урон. А, сейчас будем все выходить. Один урон я и нанесу. Нет, я если он нанесет, я могу убить ее. А, это убил? А, да, кстати. А у меня плюс 2. Это уже... Катайки есть? Убило. А, да. А у нас один... Ну, а Оля его сразу убила и потом подняла его? Это не имеет значения. Почему? Ну, потому что если бы он единичку... Он же в пуле у нас. А, да. В пуле просто. Так, я хожу, да? Так, фаертрэп... Нанеси единицу урона. Там фаертрэп сюда положить, чтобы не путать. Да, там написано. Я, наверное, так и буду делать. Мудрость так. Вора не знает границ. Вора килим вора. Отойди на другой тайл просто. Я вообще могу классно сделать. Я могу отойти и его к себе притащить. Не тащи. Не, не надо. Если мы будет на этом тайле, то я получаю полностью. А, нет, это у меня остается. Походу, да? Потому что он триггерится каждый раз. Да, на твоей фазе, да. На моей фазе. Как и монстр, в общем-то. Единичку еще ей. Хорошо. И отходи ко мне. Чего уж там. А тут больше нет монстров, да? Нет. Нету. Ну, вот далеко. В двух тайлах. От твоего. Может, развернем как-то? Раз у нас то все вниз идет. Ну, сейчас, ну, в принципе, наверное, да. Открывай. А, я все потерял. Что вы делаете? Ну, вот ты. А камень нельзя поднять? Так вот сейчас оно к тебе и поможет. Теперь ты можешь, если у тебя есть ненужные сокровища, ты можешь получить одну обилку. У тебя есть холливота? Какую-нибудь рандомную. Ну да, наверное, я так и сделаю. Ну никому же не появляется потом? Нет. Ничего, ты просто меняешь сокровища на обилку. Я спрашивал холливота. Это вот то самое, о чем рассказывал текст, что рандомные, какие-то непонятные магические эффекты происходят. Качаю. Attack one adjacent monster, if you miss, do not flip card over. Mm-hmm. Хорошо. Все? Монстр. Да. А, да, монстр. Гуль! Опять его? Нет. Наш. Наш гуль. Наш. Гроби вообще не было. Что значит черепок? Это, по-моему, не знаю. Наверное, в другой компании, да? Ну, то есть, да. В этом случае ничего не значит, короче, да. Он ест чью-то руку. Ох, что-то гуль. Не свою ли руку он ест? If the ghoul is adjusted to a hero, it attacks that hero with a rending bite. Но он не adjusted. If the ghoul is within one tile of a hero, it moves adjustment to the closed hero and attack with Paralyze Clown. Кого-то из вас. А, ну гадай, кого? Ну не знаю. А у кого больше отца получится? Ну, у тебя сейчас. Думаю, что у тебя. Тут 14. Пускай атакует меня, я не против. Ну, атакуй. Это будет Клаус. Семь плюс? Ну, вряд ли попал. 7, 14. О, видишь, от него бы попал. Нет, у меня еще плюс один от него, он со мной да, в тайле. Да. Ну, значит, во всех будет. Он промахивается. В общем, промахнулся. Он растерялся, кого атаковать. Я атаковал мимо. Значит, я делаю снова снэпшот. Давай. Кого? Не получаешь такого фортунити. 17, да. Она умирает. Ура. Отлично. Ты так, получаешь сокровища. Она классно, что если она где-нибудь не на тайле появилась, в пол. Она просто проклинает. У нас, видишь, у нас на новый левелап есть. Это намного хуже. А, да. Да. Потому что каждый раз, когда она проклинает, так, вообще, я могу посмотреть три верхние карты монстров. И в любом порядке могу их разложить. Скритон. Ага. Red Swarm и Draw House Guard. Пускай лежат наверху.
что я бы скусал. Ну да, в общем-то, не очень страшно. Ну, типа.